Я уже не помню, сколько прошло. Наверное, недели две-три. Как мы уже научились кататься? Уже все, ограничитель газа работает. Потому что он на полный газ уже выкручивает. Головой мотает зачем-то. Выбрал сам себе маршрут. У меня сейчас тут колея будет. Надо потихоньку уже усложнять что-то. Внимательно! Ну, попробуем что-нибудь другое выучить. Мы учимся старт-стоп. Задача разогнаться и потом применить тормоза передние и задние. Стой! 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 Вот эту ветку спилить или что-то с ней сделать. Ну, стукается об нее. Стой! Стой! Остановись! Отлично, молодец. Ага. А я тебя хочу поправить. Когда я так показываю «стой», ты останавливайся, хорошо? Смотри, во-первых, одна вещь, которую ты не делаешь, ты как покажи мне, как ты тормозишь. Не, рукой и ногой. Ты вот не так ногу, да, это так. Но ты не так сейчас нажимал. А чем ты нажимал? Ты пяткой нажимал. Вот ты вот так вот нажимал. Это неправильно. Вот ножка тут, а тут нажимаешь. Вот этого достаточно. Не, тебе и этой ручкой тоже надо тормозить. Ты не бойся, ты не перевернешься, если ты будешь тормозить и ножкой, и ручкой. Понимаешь?
Потому что без этой ручки у тебя будет тормозить только заднее колесо. А мотоцикл тяжелый, им будет недостаточно одного заднего колеса, чтобы он остановился. Сильно не надо, ты же можешь чуть-чуть притормаживать. То есть не со всей силы тянуть, а чуть-чуть. И вторую вещь, которую я хочу тебя попросить. Ты смотришь вот куда-то сюда, когда едешь. Очень близко перед носом мотоцикла. Нужно смотреть немножко дальше. Вот. Ну, не наклоняться не надо, просто не нужно смотреть близко прямо на колесо. Ты если смотришь дальше, ты если препятствие, ты можешь быстрее, ну, лучше его увидеть раньше, понимаешь? Вот. Ну, вот ты сейчас классно делал торможение, а давай теперь попробуем, знаешь что, использовать это торможение. Торможение позволяет тебе очень...